у мене мрія є, 100% ВДЕ. Клімат захищай, страйкуй, кохай. Клімат захищай, страйкуй, кохай. Клімат захищай. Дайте нам шанс. Ми майбутнє, дайте нам шанс. Ми майбутнє, дайте нам шанс. Справедливість про те, яку землю ми залишимо вам. Я не знаю, через 10-15 років. I will live in the future in the world that will suffer from the climate crisis. So now I want to ask our government to do something with it. I want actions. Изучаем науки о Земле, о планете, там, о природных проблемах. И очень часто все наши роботы и проекты связаны с решением этих проблем. И они приходят домой и начинают рассказывать родителям, что вот такая вот проблема, вот так ее нужно решать, и вот это я умею делать. Они это воспринимают близко и по-доброму, что человек может как-то влиять на этот мир. Ще такий закон для того, щоб люди терпували сміття, поставити. Вже робимо. Вже є проекти законів. Вже робимо. Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. And my message to the Ukrainian young people is that you should join the school strike for climate because it's your future and it's at risk right now and it's being taken away from you, and I think that you should protest against that. We, who together are the movement Fridays for Future, we are fighting for our lives. Процвітання людства залежить від одночасного розвитку екології, соціальних відносин та економіки. Промышленность, особенно в советское время, здесь, конечно, экология была плохая, потому что загрязнение плохо очищали. Бывает, надо еще решить вопрос, когда у нас дождь идет сильный, то много очень сильно неочищенной воды уходит с города прямо в море. Я бы сказала, о чем конкретно я беспокоюсь в состоянии порта, но я не могу, ведь туда закрыт вход даже экоинспекторам. Никто не знает конкретно, что там происходит. Я слышала много историй о том, как когда экоинспекторы пытались пробраться на точку, там, где там, написали отчет, что есть загрязнение, то там, при входе сразу нападали охранники, начинали бить дубинками, кого-то даже вывезли в багажнике в лес, выкинули. Просто людей, которые, наверное, пробираются туда втайне, можно увидеть просто пятна нефти иногда, масляные пятна, сливы из суден, которые промывают, как я понимаю, там, после масла свое судно, и это все в воду. Вот состояние нашего Черного моря. Вообще была огромная проблема, что море зацвело. Люди просто паниковали и не хотели плавать в этом море. Оно все было зеленое, такое страшное. И
Я не думаю, что я на данном этапе делаю что-то, что может как-то задеть или разозлить людей, занимающихся такой вот агрессивной политикой, чтобы нападать на кого-то. Виглядаю зараз погано, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливості правосуддя. Таких як